порядок перерасчета сумм, начисляемых за расход воды на общедомовые нужды, изменился. Суть нововведения в переходе на оплату по показаниям приборов учета. С 1 сентября за коммуналку жильцы платят по факту, а не как ранее, не выше, чем по нормативу. Начисления распределяются пропорционально площади и не зависят от количества прописанных. При этом учитываются следующие ресурсы – вода, холодное и горячее водоотведение и электроэнергия. Ранее, так как у нас общедомовой прибор учета на сточные воды в домах не установлен и не было уточняющего постановления, людям выставлялась норма, то есть вот эти 0,072 метра кубических на места общего пользования, то сейчас объем по холодной воде, приходящейся на сои, равен водоотведению в целях содержания. То есть объем холодной воды равен стокам холодной воды. Объем горячей воды равен стокам горячей воды. Таким образом, сверхнормативные платежи будут возложены на собственников, а не на управляющую компанию, как это было ранее. Кто передал показания, кто забыл передать показания в тех в квартирах, в которых отсутствуют приборы учета. Общедомовой прибор учета, вот он фиксирует этот объем. От этого объема отнимается индивидуальное потребление по счетчикам, без счетчиков, норматив. И вот эта разница, это и есть объем на содержание общего имущества, которое распределяется на всех собственников.